Время выбирать подарки? Выбирай лучшее. Дрема – тепло и уют дома. Пушистые махровые полотенца, пижамы, пеньюары, халаты из нежнейшего хлопка, мягчайшие теплые пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин «Дрема». Город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 27 апреля ночью и днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 7, днем плюс 7, плюс 9 градусов. 28 апреля ожидаются дожди, днем грозы. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 5, местами 0, плюс 3, днем 5-10 градусов выше нуля. 29 апреля ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Днем при грозах усиление до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем 13-18 градусов тепла. 30 апреля ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3, днем 3-8 градусов тепла. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива» на надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер – автосалон «Авто-1». Выгода до 112 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» и «Шевроле Нива». Автосалон «Авто-1». Академгородок, улица Русская, 48. Звоните 304-80-50. 304-80-50. Производственно-медицинский центр «Зрение». Мы заботимся о вас уже 50 лет. Изготовление и ремонт очков любой сложности, проверка зрения, консультация врача-офтальмолога. Пожалуй, самый большой выбор очков по низким ценам. Ждем вас. Город Бердск, улица Ленина, 33, и город Искитим, улица Пушкина, 36. А также салоны оптики в Новосибирске. Весь апрель распродажа солнцезащитных очков по суперценам. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям –